еще поздравляю вас с сегодняшним удивительным праздником, который начнется в 8 часов вечера в Санкт-Петербурге. Я думаю, что все пришли, кто хотел получить диплом сегодня. Ну, а остальное мы передадим в течение недели. Здесь будет еще проводиться выставка. Как вы знаете, мы продлеваем экспозицию, но экспозицию выборочно продлеваем. Она будет превращена в три других выставки. Это портрет животного, первая выставка, вторая выставка ассамблеи пленэров и третья выставка Санкт-Петербургской ассамблеи искусств. Так вот, те, кто участвовал в Санкт-Петербургской неделе искусств, они, в общем-то, могут представить свои работы в Санкт-Петербургской ассамблее искусств. Если это будет интересно, это отдельный проект, отдельный жюри, но номинация очень похожа. Мы будем открывать 25 июня и до 30 июня каждый день, также с 12 до 7 часов вечера, в период белых ночей, зал будет открыт для широкой аудитории. В этом сезоне, ну, как и в прошлом, провели пленэр, не такой большой был, как в прошлом сезоне, но я думаю, что эти волны флуктуации, это, в общем-то, не показатель, но, тем не менее, очень интересные работы были в итоге созданы. Мы выложим на сайте, вы посмотрите авторов, кто поучаствовал в пленэре, и мы подготовили для них дипломы. Ну, а для всех остальных мы подготовили дипломы участников или победителей. В этом году Санкт-Петербургскую неделю искусств оценивала практически там 102-103 человека, члена жюри по всей России, но здесь, конечно же, был довольно большой сегмент членов жюри из Санкт-Петербурга. Вот. Но, тем не менее, по окончании мы все это суммировали, получился средний арифметический балл, который мы считаем, в общем-то, независимой оценкой и независимой оценкой экспертов, которой можно гордиться, если вы победите. Но перед тем, как вручать дипломы, я хотел бы дать слово у нас в гостях и участники одновременно. Два очень интересных, заслуженных художника в России. И сначала хочу пригласить на сцену Николая Цветкова, заслуженного художника России и академика Российской академии художеств. Добрый вечер, дорогие друзья. Очень приятно встретиться с вами именно в этот день. Сегодня действительно, Федор уже обмолвился, замечательный праздник молодежи, которая вступает в настоящую серьезную жизнь и празднует этот переход из одного качества в другое. И вот мы со своим проектом как раз подчеркиваем это замечательное событие. Философия творчества – это море без границ, это океан. Поэтому здесь мы не станем углубляться в то, что здесь предъявлено замечательными художниками. Но один аспект хотел бы отметить. Думаю, что вот этот проект Евразийского союза художников тем замечателен, что в отличие от чисто профессиональных художественных выставок, где очень затруднительно оценить, поскольку все профессионалы, все знают себе цену. А вот здесь такая игра замечательная, когда и любители искусства, и студенты могут первым шагом своего развития повстречаться с профессиональными художниками и увидеть и свои возможности, и оценить то, что уже созрело настоящим образом. И вот этот аспект, он безупречен, и думаю, что этим самым проект будет жив, и он уже живет несколько лет по разным странам и континентам. И вот могу с радостью поздравить Федора с этой замечательной миссией, которая
является собой такой дружественный и профессионально взвешенный проект. Так что я вас всех люблю, и любителей, и профессионалов, и ценителей искусства. И дай Бог вам удачи, хороших настроений, связанных с тем, что вы здесь посмотрели, чему научились. И это будет вашим вкладом в то, что делает Федор и Евразийский союз художников в таком международном, мировом плане. Я вас поздравляю с этим праздником. Спасибо большое. Спасибо большое. Да, мы вас еще пригласим на само вручение. Мы в этот момент поймаем, что два очень известных художника в этом замечательном зале. И вот второго художника я хотел пригласить. Это художник из Москвы, Петр Толстошеин, также последний художник России. Дублировать слова, сказанные таким замечательным коллегой, не хотелось бы. Хочется поздравить всех с великолепным праздником мирового уровня. Это «Алые паруса». И как герой «Алых парусов» сказал, не хочу облизывать пятки современности. Вот этот девиз на этой выставке очень великолепно подсказывает о поисках всего нового. Интересного или неинтересного покажет время, какие отношения жюри к этому направлению покажет нам сегодня замечательный Федор. А вам я желаю не сдавать позиции, радоваться тому, что вы избрали, чем вы занимаетесь, любви, творчества и огромного праздника сегодняшней ночи и на всю жизнь. Все, спасибо. Ну и давайте мы тогда сразу еще раз пригласим на сцену Николая Цветкова. Воспользуемся такой живой натурой. И вы тогда, когда будете получать дипломы, может быть, тогда вот между заслуженными художниками встанете, мы вас фотографируем, и это будет неким таким маяком для, ну и направлением вашим, куда надо двигаться. Начнем, наверное, с участников пленэра. Тут я видел только некоторых участников пленэра. Я, соответственно, не все распечатал, а только те, кого увидел. Алина Губатова. Давайте приветствуем. Не мешает? Елена Прилепская. Антон Макаров. Работа действительно замечательная. Ощущение было, что человек в студии очень долго поработал. Екатерина Игнатова. Динара Абдуллина. Наталья Барышникова. Постоянный участник пленэров и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Специально приехали из Москвы. Кирилл Барышников.
Но кто участвовал в пленэре и не получил диплом, мы обязательно распечатаем. Там просто были непонятности в почерке, и поэтому мы решили не печатать до выяснения топографии. Итак, теперь мы переходим к третьим местам. Третьи места по выставке «Санкт-Петербургская неделя искусств». Топорова Вероника. Блюдо «Цветущий сад». Третье место. Житнюк Анастасия «Наедине с собой». Третье место. Виктория Преображенская. Третье место. Работа называется «Джамбуд Випа». Передадите, да, художнику? Ну, встаньте, давайте, может быть. Хорошо. Творческая мастерская Преображенской. Борис Шатохин «В честь сеньора Вивальди». Третье место. Алексей Хвалецкий. Работа называется «Сачок». Третье место. Поздравляем. Маргарита Юрьевна Григоренко, Диана и Коралл, третье место. Поздравляем. И Станислав Юрьевич Григоренко, третье место, Тихая гавань. Маргарита Куртова, Рита Курт, псевдоним. Работа называется «Вера страсти». Третье место. Рита Курт. Работа под названием «Райская птица». Автор Ольга Юрьевна Некрасова. Третье место. Дарья Некрасова. Работа под названием «Солнце и луна». Третье место. Передадим. Тутынин Дмитрий Михайлович. Работа под названием «Анна». Третье место. Мария Прокопьева. «Черно-белая ночь. Атланты Петербурга». Третье место. Номинация «Концепция». Передадите. Марина Быкова. Работа называется «Истоки». Третье место. Полина Селькова. Авторская копия работы «Портрет девочки». Третье место. Марина Николаевна Окунева. Работа называется «Финансист». Третье место. Передадите. Отдай диплом, я сама передам. Анастасия Викторовна Воронова, Иван Иванович Самовар, по произведениям Хармса. Третье место, Анастасия Воронова. Это вы. Ну, Бог любит Троицу, как мы понимаем. Семейная хроника, бабушка и внуки, Ирина Каташева, третье место. Алена Еремеева, «Шаст» называется работа, третье место. Александр Анатольевич Куликов. «Отчего таксы не летают, как бабочки?» Так называется работа, занявшая третье место. Авторская копия работы Ян Ван Хайсума, «Цветы», Елена Москович. Третье место. Наталья Шевелева, «Весна в Александрии», третье место.
Иванова Калиста, «Другой мир», третье место. Дмитрий Юрьевич Деменюк, работа называется «Птицы», эта работа заняла третье место. Лидия Ивановна Яцукевич, «Волшебник», название работы «The Wizard», третья часть триптиха «Мое послание, любовь», «My message, love». Лидия Яцукевич, третье место. Людмила Семчук, «Абстракция», третье место. Алексей Калякин, работу он назвал «Чиполлона» и занял третье место. Поздравляем Алексея Калякина. Так, быстро. Елизавета Александровна Михалева, «Зов дальних миров», третье место. Елена Сорока, работа называется «Пляска смерти», третье место. Елена сейчас в Канаде на симпозиуме как раз вот художественном. Мария Верба, «Старая мельница», третье место. Переходим ко вторым местам. Лариса Борисовна Грезина, второе место, «Демографический взрыв номер один». Поздравляю. Когда проводили выставку в гостином дворе, Лариса не состояла, там еще один есть союз художников декоративно-прикладного искусства.